Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Денис, канал Новолада Тольятти. Сегодня у нас очередная выдача, точнее не выдача, а доставка с выдачей нового автомобиля Лады Гранта. Автомобиль у нас в комплектации Classic Plus кондиционер в свете техно. Этот автомобиль сегодня я доставляю своему клиенту в город Славянск на Кубани. Это Краснодарский край, 1600 от города Тольятти. Так что выдвигаемся мы в Славянск на Кубань. Так, ребята, нахожусь сейчас в городе Волгоград. Далее буду двигаться уже Славянск на Кубани. 800 километров мне еще ехать. В принципе, ровно половина пути я проехал. Так что вот так, ребята. Вот, собственно, сам автомобиль, который мы доставляем. Цвет техно. Комплектация Classic с кондиционером. На штампованных дисках. Спал 2 часа всего за всю дорогу. Поначалу было, конечно, утром было тяжеловато, но сейчас мне прям, мое обычное состояние, все ништяк. Так что подъезжаем, делаем осмотр автомобиля. Поздравление, выдача автомобиля. 1.6, 90 лошадиных сил, могу сказать вам, мотор вообще замечательный по динамике, то есть именно на обгоне. Замечательный автомобиль, по расходу топлива тоже замечательный автомобиль. Вот, в общем, хороший, народный, доступный автомобиль. Так, дорогие друзья, мы приехали в город Славянск на Кубани. Делаем осмотр автомобиля с нашими дорогими клиентами. По комплектации автомобиля. Автомобиль у нас идет с двигателем 1.6, 90 лошадиных сил. Значит, здесь у нас стоит подушка безопасности водителя теперь, поэтому здесь черные иксы уже идут с завода-изготовителя. Наружные зеркала окрашены цвет кузова, идут с повторителем. Присутствуют молдинги на дверях, ручки дверей окрашены цвет кузова. Напомню, цвет техно называется. 2 передних стеклоподъемника, электропривод и обогрев наружных зеркал. Пожалуйста, подушка безопасности, кондиционер. В общем, вот так, друзья. Славянск на Кубани, вот здесь уже осмотрели автомобиль, в принципе, хотим поздравить нашего дорогого клиента с этой прекрасной, замечательной покупкой. Стоимость автомобиля составила 780 тысяч, ранее Юрий сделал предоплату за автомобиль, мы забронировали и обговорили условия доставки, и сегодня, в принципе, я уже приехал, выдал автомобиль. Еще раз искренне поздравляем. Друзья, советую обращаться. Нормальный пацан, как пообещал, так и пригнал вовремя. Никаких отклонений, так что все в норме. Спасибо вам огромное. Удачи. До новых встреч, друзья. Контакты в описании, Вайбер, WhatsApp, группа ВК. Обращайтесь, пока.